И в продолжении темы. Московская компания «Петрофонд» опять сорвала контракт. Напомню, ранее подрядная организация не начала работы по строительству молодежного центра. Сейчас компания приостановила работы по реконструкции очных сооружений по улице Хатанзейского. Об этом сообщает Госстройжилнадзор Ненецкого округа. Подрядчик заявил, что продолжению работ препятствует отсутствие у него действующего разрешения на строительство, срок действия которого истек 31 июня текущего года. Заказчик реконструкции, которым выступает Управление городского хозяйства Нарьян-Мара, еще в июле продлил срок действия разрешения на ремонт очистных сооружений и известил об этом только Госстройжилнадзор НАО, но не компанию-подрядчика. «Петрофонд» же, не имея на руках действующего разрешения на строительство, по правилам не может возобновить реконструкцию очистных сооружений. По условиям муниципального контракта ввод в эксплуатацию объекта был предусмотрен еще 10 июня этого года. В итоге очередная просрочка.